Сегодня в ремонте у нас очень велосипед хорошо поездивший, седло в таком состоянии, и шатуны настолько сильно прикипевшие, что я сорвал, сюда надел рычаг, на ключ надел рычаг и полностью сорвал стальную резьбу, хотя выжимка была шатунов закручена до упора. То есть первый раз я алюминиевый, ладно, там срывается легко, а на стальных, чтобы сорвалось. Первый раз такой, что полностью вырвало всю резьбу, которая была нормальная. Но здесь педаль была съедена, резьба. Соответственно, нам не жалко. В таком состоянии педаль нам привезли. Шатун в любом случае не жалко. Мы его будем менять. И каретка здесь полностью разбитая. Вот. И будем делать полное ТО велика. Но здесь проблема в другом. Смотрите, как у нас каретка под углом. Это я уже на полоборотика повернул. Скорее всего, нам чашка выдавлена. Но просто дальше не крутится. Надо сначала шатун пилить болгаркой. Сейчас заболгарю. И буду вынимать все это дело. Пропилили насквозь. Избили молоточком. В таком состоянии все это дело. Все сильно прокипевшее. Вот видите, каретка стоит под углом. То есть это я чуть-чуть ее провернул. Вот этот угол отходит сильнее, этот угол отходит хуже. Соответственно, либо она не по резьбе была закручена, либо просто вырвала чашку. Сейчас открутим, посмотрим. С помощью сварочного аппарата и рычага нам удалось провернуть все это дело на один оборотик. Сейчас мы вот так вот это отрежем, что дальше крутить нельзя. И уже будем коротким каким-то воротком вот так это все прокручивать. Нормально. Вот у нас, смотрите, как чашку оторвало. Здесь нормально с этого края, а с этого края выдавило очень сильно край, начало отрывать.